В честь Геннадия Головкина в Майкудуке открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Строительство комплекса стоимостью 874 миллиона тенге началось еще в 2014 году. 7 июня прославленный боксер Геннадий Головкин приехал в Караганду, чтобы совместно с акимом области Ерланом Кушановым открыть новое спортивное сооружение. На здании нового ФОКа теперь можно увидеть три легендарные буквы – Triple G. Чемпион мира охотно улыбался на камеры и то и дело приветствовал своих земляков, которые скандировали его имя. Увидеть своего кумира пришло около 10 тысяч карагандинцев. В основном это были жители Майкудука. Именно здесь вырос и начинал свою спортивную карьеру Геннадий Головкин. В своей речи спортсмен призвал молодежь заниматься спортом. Если вы позволите, от лица всех карагандинцев, всех майкудукских людей, парней, хотелось бы поблагодарить акимат области за такой подарок нам всем, я считаю. У нас теперь есть дом спорта, куда мы можем приходить, развиваться, добиваться своих поставленных целей и быть просто здоровыми. Спасибо большое. Такой подарок прославленному спортсмену преподнес город. Спортивный комплекс построен для жителей Октябрьского района. Геннадия Головкина сопровождал аким области Ерлан Кушанов. Он отметил, насколько важно для карагандинцев это событие, и пожелал удачи боксеру в грядущем бою. 16 сентября – это большой бой. Ждет весь мир. И мы пожелаем удачи тебе, победы. Вся Караганда в этот день будет с тобой. Казахстан будет болеть за тебя во главе с нашим президентом. Удачи тебе, Геннадий. После небольшой речи Геннадий Головкин и аким области Ерлан Кушанов прошли в здание. Они посетили первые тренировки с юными спортсменами. В залах спортивного комплекса были организованы показательные тренировки. Есть условия, ребят, все может пройти, все возможно. Так что ставьте цели, у вас есть такие замечательные условия. Ребят, у вас вот такие вот условия. Давайте. Общая площадь спортивного объекта более 2000 квадратных метров. ФОК представляет собой трехэтажное здание, где есть 25-метровый бассейн, специальный зал для тяжелой атлетики и бокса, два футбольных поля. В спорткомплексе будут работать 14 тренеров по 6 видам спорта – тяжелая атлетика, бокс, плавание, синхронное плавание, баскетбол, волейбол. Одновременно здесь могут заниматься 558 детей. Занятия для них будут проводиться бесплатно. Но есть группы, платные группы, которые, допустим, человек пришел, для себя хочет оздоровиться, независимо от возраста, там, прийти, платные услуги будут предоставлены для оздоровления наших населения. Я думаю, что именно вот в этом районе, вот, из города приезжают, из сортировки и так далее, уже интересуются, спрашивают. В знак благодарности Геннадий Головкин расписался на перчатках молодых боксеров. Также спортсмен поставил свой автограф на главных перчатках комплекса. Фанаты толпились у дворца спортивного комплекса, но больше всех отличилась Лаура Байшаканова, которая карандашом нарисовала портрет легендарного боксера. Она приехала из Алматы специально, чтобы сделать подарок Геннадию Головкину. И ей это удалось. Вчера только узнала, вот только с поезда я. И вот прибежала сюда, надеюсь, сейчас отдать ему в руки лично. Андрей Тен, Фариза Улбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.